Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Магазин Ролеплей. Первый серый мне здесь Кирилл Путбуль, и сегодня у нас будет вторая часть «Топовые цвета для машин». Я снимал подобное видео примерно год назад, может даже больше. Оно вам понравилось, там было 13 тысяч просмотров, поэтому я решил спустя год записать вторую часть. Будут новые цвета, их всего будет 12. Я лично их отбирал, смотрел, проверял все и так далее. Поэтому поддержите лайком, поставьте лайк, пацаны, подписывайтесь на канал, там колокольчик не забывайте. Ну и погнали в СТО, я вам сейчас все покажу. Буду я показывать вам в СТО Джонни, которая находится за ДПС, короче. Вот оно. Давайте заедем. Сейчас я припаркуюсь вон туда, к москвичу тому красному, чтобы нормально было видно цвета, чтобы вы могли хорошо рассмотреть и что-то выбрать для себя. Кто не видел первую часть, обязательно посмотрите, я ссылку на видео оставлю в описании, потому что цвета повторяться не будут. Я отобрал, видите, это вторая часть, я отобрал новые цвета, другие. А там есть тоже очень классные цвета, вы можете их там найти, посмотреть. Поэтому обязательно посмотрите первую часть и эту часть, вторую, какую вы сейчас смотрите, тоже посмотрите обязательно. Итак, будет всего 12 цветов. И начнем, наверное, с этого цвета. Давайте. У меня все записано, я тут записал, короче. Давайте я, наверное, выключу номера, чтобы мне было видно. Персональные настройки. Где-то номера выключу. И выключу тест-драйвы, чтобы мне было тоже их видно. Все, чтобы максимально погрузились, так сказать, в цвет машин. Я думаю, у каждого есть такая проблема, что не может определиться с цветом машины. Поэтому я специально выбрал классные цвета для вас. Давайте пишем тюн. Слабо, что можно просто подобрать цвет, то есть примерить, а не сразу покупать. Это довольно-таки хорошо. Так, первый цвет у нас 246, и я пишу 0. Первый цвет вот такой вот, не знаю, это какой-то закос под золото, возможно, я не знаю. Но довольно-таки такой красивый тоже цвет. Бэхи, он, кстати, довольно-таки тоже идет, довольно-таки неплохо выглядит. Ну, цвет хороший, реально. Я тоже его подбирал, все цвета я лично подбираю, пацаны, если что. На свой вкус, не знаю, возможно, вкус отличается, но думаю, что-то для себя вы все равно найдете. Давайте следующий цвет. Так, следующий цвет у нас 199.0. Это такой темно-синий, очень красивый цвет, как по мне, прям, реально очень красивый цвет. Очень круто выглядит, сочетается такой темненький синий цвет, цвет моря, можно сказать. Ну, очень круто тоже выглядит этот цвет, как по мне. И бэхи он тоже очень идет. Ну, вы также можете на другие машины. Я просто бэха, это у нас, знаете, как пример будет, и все. А вы можете такие цвета на любую машину ставить, какую вам понравится. И все будет заебись. Так, давайте следующий цвет. Так, следующий цвет у нас 255.0. Это очень странный цвет, но мне что-то он понравился. Не знаю, давайте я, может, выйду, может, здесь освещение какое-то. Ну, очень цвет странный такой. Не знаю, может, шоколадный такой или... Очень такой ярко-белый прям цвет. Очень выделяется. Как-то он тоже переливается. Ну, прикольненький цвет такой. Тоже. Необычный. Как бы не просто белый и... Не, он какой-то, знаете, видите, какой-то желтый здесь, он переливается реально. Какой-то бело-желтый, непонятный цвет, но выглядит тоже круто. Мне он тоже понравился, я решил его вам показать. Так, следующий цвет 194.0. Такой желтый именно, это именно желтый цвет, пацаны, это не золото, это не золото. Золото там в первой части был, кстати, ID цвета как золото. Это такой ярко-ярко-желтый, такой насыщенный, тоже очень классно смотрится. Высокое, конечно, освещение такое, но думаю, вам хорошо видно, что выглядит очень даже классно. Реально, очень классно выглядит. Цвет это тоже. Я тебе на бэху реально поставил бы, он неплохой такой. Но у меня один постоянный цвет на бэхе, вы сами это прекрасно знаете. Так, следующий цвет у нас 219.0. Это такой...
очень-очень розовый гламурный цвет. Ну, я думаю, меня не только пацаны смотрят, но, возможно, и девушки. Хотя девушки редко играют в КРМП. Но все же. Вот такой вот ярко-розовый насыщенный цвет. А то есть и другие розовые цвета, но этот именно такой насыщенный прям. Чересчур насыщенный и довольно-таки хорошо смотрится. Хотя я видел, и пацаны ездят на розовых бэхах. Ну, бывает такое, конечно, да. Так, следующий, короче, цвет 144-0. Я даже не знаю, как этот цвет назвать. Коралловый, возможно. Ну, такой тоже переливается немножко. Цвет, видите, он как-то... Вот, смотрите сейчас. Вот здесь как-то такой более насыщенный цвет, а здесь уже как-то переливается он идет. Ну, тоже классный цвет, как по мне. Очень классный. М-колеса, ну, это понятно, в принципе, да. Я эту модельку уже вам показывал. Ну, цвета очень классные я подобрал. Это тоже, кстати, видите, переливается так. Такие цвета я очень люблю, когда переливаются. Они очень классно выглядят. Так, следующий цвет у нас 143. Перекрасить авто 143. 0. Этот цвет стоит на бэхе. Как у Монро, помните, бэху, что мне Монро подарил, у него в точно-точно такой же цвет стоит. Так что берите себе на заметку, это не мой цвет. Вот смотрите, даже видите, сравните этот цвет и вот мой. Они отличаются, видите? Мой такой более потемнее и сам цвет другой. Поэтому не нужно путать, этот такой более плавный, такой, не знаю. Ну, вы поняли, думаю. Идем дальше. Так, следующий цвет у нас 75-й. 75-й у нас такой черный-черный мат. Получается. И там есть тоже, в первой части тоже, так, типа, не типа такого цвета, там цвет такой более ярче и совсем другой, но это прям, не знаю, цвет прям очень-очень темный, матовый цвет, но не совсем темный. Но все равно классно выглядит тоже. На бэху, думаю, пойдет. Чтоб, знаете, это типа, знаете, бандиты типа на черных ездят. Вот этот цвет тоже неплохой. Будете выделяться, думаю, неплохо даже. С таким цветом на бэхе. А то все на черных там ездят, типа бандита включают. А вот этот цвет тоже довольно-таки классный. Так, следующий цвет у нас 224. Это у нас такой белый шоколад, я бы сказал. Прям белый-белый шоколад. Молочный такой шоколад получается. Тоже такой прикольный, но не знаю, наверное, скорее всего, для девушек такой цвет подойдет. Ну, хотя, тоже неплохой цвет. Ну, на бэху он не очень, конечно, идет, но сам цвет довольно-таки уникальный и необычный. Так, следующий цвет у нас 160. Вот такой вот, кстати, классный цвет. Да, он, типа, на розовый смахует, но нет, это не розовый, он такой темно-фиолетовый. Ну, не темно-фиолетовый, а средне-фиолетовый какой-то, видите. Очень тоже прикольненький. Мне он тоже как-то понравился. Ну, тоже неплохо смотрится, но такой можно поставить, я думаю, и не только на бэху, и на другие машины спокойно. Он такой и не девчачий, и более такой универсальный цвет. Я думаю, кому-то он зайдет. Так, следующий цвет у нас 153 получается. 153-0. Так, вот, такой темно-шоколадный, как на бэхе той, стоит, короче. На моей бэхе вот этот 3R770, какую, кстати, я буду разыгрывать, если что. Там такой же самый цвет вроде бы стоит, такой шоколадный, темно-шоколадный такой. Очень бэхе, кстати, тоже идет, конечно, но на любителя, реально. Но такой шоколадненький цвет тоже довольно-таки неплохо выглядит. Следующий цвет, короче, пацаны, 151. Последний этот цвет у нас будет. Такой ярко-красно-розовый, я бы сказал. Да, конечно, тоже такое спорное, но мне кажется, вот если выехать, хотя я не смогу выехать вроде. Но такой более красный, мне кажется. Да, тоже розовым дает, но я думаю, если выехать, то просто освещение еще, видите, такое яркое. Но он такой более красный цвет, тоже неплохой, как по мне. Можно будет тоже, он тоже, видите, чуть переливается. Ну, неплохой цвет, неплохой реально. Годненький. Ну что ж, вот такой был топ цветов, можно сказать. Повторюсь, обязательно посмотрите первую часть.
Я думаю, вы по-любому для себя что-то найдете, потому что я знаю, что не все могут подобрать цвет на машину. Многие там сомневаются, какой цвет ставить. Да, можно, конечно, в интернете посмотреть, но я именно для вас выбирал самые топовые цвета на свой вкус и самые необычные и красивые цвета. Поэтому, я думаю, каждый для себя что-то найдет для своей машины и будет с радостью ездить, радоваться и радовать окружающих своим цветом на машине. Потому что цвет на машине, это, мне кажется, главное. Вот я люблю лично выделяться, я думаю, вы тоже любите выделяться. Поэтому мне бэха такого цвета, ну и сам цвет мне очень нравится. Поэтому я на нем езжу уже, я этот цвет уже использую где-то 4 года, если не 5. Чтобы вы понимали, я в КРМП 5 лет уже играю. И этот цвет использую везде просто. Что в МТА, что... Ну, везде, короче, его использую. В разных играх постоянно именно такой цвет отбираю, потому что он мне очень нравится. Если что, это цвет 222, кто не знает. В первой части я его показывал, если что. Ну, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки там, пишите в комментарии, колокольчик не забывайте ставить. Скоро будет розыгрыш на BMW, но не на эту, а на другую, на которой... Номера 3R770. Надеюсь, я вам помог. Всем пока-пока.